Добро пожаловать на наш канал Hardrest Info. В данном видео я вам расскажу, как использовать поиск объектов с помощью Google Lens или с помощью искусственного интеллекта. Для этого зайдемте в поисковую строку Google, и с правой стороны будет такая иконка с фотоаппаратом. И сверху нажмемте на камеру и включить камеру. При использовании приложения выберем и сфотографируем. Я, например, сфотографировал данное растение. И как можете заметить, наш поиск работает. Оно находит, где можно купить похожее. И что это такое? Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал. И до новых встреч!